Всем привет, Уфя, мне пришла посылка. Всем привет, друзья. Лизе пришла посылка. И я не знаю, кому она пришла. Как? Папе и... Тебе. Так. Ну, давай. Это будет черное или красное? Черное или красное? Угу. Ну, давай посмотрим, какое пришло, черное или красное. Сейчас я возьму ножик, и мы откроем. А кто пальчики грызет? Ай-яй-яй-яй-яй, пальчики не надо грызть. А то нельзя будет посылку открывать. Итак, ну что, друзья, откроем. Приступаем, друзья. Так, осторожно. Да. Но ножик детям не игрушка, ты помнишь об этом? Да. Поэтому что? Яйцко была, порезала пальчик. Да, Лиза у нас один раз ножиком порезала пальчик. А потом своим белым с черным порезала. Да? Так, это ехала. Ой, красное пришло. Ну-ка, доставай, что там. Это сока. Ну, аккуратненько давай доставай, а то вдруг порвется. Ой, тихо-тихо. Так, ого, что это такое? Это шапка. Шапка? Правда? А ну, а покажи мне. Давай, я помогу тебе, смотри. Ну-ка, доставай. Ну-ка, пой. Ого, шапка. Да, шапка пришла, друзья. А это, только это. Ого, какая. Давай пакетик этот подберем. А вот ее шубочка. Кто это? Шубочка. Шубочка? Ого, вот это да, друзья. С волосатой вот такой штукой. Так, тут какая-то у нас ниточка. Давай это уберем. Итак, друзья, ну-ка посмотрим. О, здесь есть одна читайка вот. Друзья, тут у нас есть клепочка вот такая вот. А здесь... И здесь есть пимпочка. И значит, что нужно друг другу соединить. Сейчас, подожди. Первый раз не получилось. Вот мое, которое можно. О, получилось. Смотрите, друзья. Смотрите. О, это шарфик такой, воротничок, чтобы было тепло. И горлышко не замерзло, да? Здорово. И вот такая шапка. Ого, смотрите, друзья, она внутри с начесиком вот таким, типа флиса. Мягенький-мягенький такой. По-моему, ты ее наоборот одела, нет? Ты ее, по-моему, наоборот одела. Надо развернуть, мне кажется. Или она одинаковая? Ой, друзья, она одинаковая почти. Но, по-моему, вот так будет лучше смотреться. Оп! Ой, подожди, не получилось. На, сама одевай. У тебя лучше получится. Ого, какая у Лизы шапка! Мама, мама, смотри, какая у Лизы шапка! Мама! Как я хотела! Классная шапка. Итак, друзья, давайте рассмотрим саму шапку. Бомбончик отстегивается, как вы видели. Клепочка достаточно жесткая. Изготовлен он, ну, на мой взгляд, это натуральный мех. Явно не синтетика, а такой прикольный, мягенький. Не знаю, что это за мех, что за животное, собака, лиса, там я не знаю, кто это. Но натуральный, обалденное качество. Вязка здесь на шапке самой тоже такая крупненькая. Клепочка, кстати, тоже вверху есть. Нитки эти мягкие. Никакого раздражения не будет. Снутри тоже красный такой некий флис мягенький. Мягкий. Как бы никаких вообще к качеству претензий нет. Вообще обалденно. Супер. По бокам шапки, друзья, вот такие две косички. Я думаю, можно, в принципе, их и завязывать. Хотя, наверное, коротковатые будут. Но вот выглядит, конечно, все это дело стильно и прикольно. Круто. Обалденная шапка. Блин, я рад, что такую шапочку ребенку купил, блин. Здесь я в продаже такие не видел даже. Хотя у меня Китай здесь в 100 километрах буквально от меня, но в продаже таких я не видел. Возможно, где-то, конечно, есть. Я этой шапки, наверное, для ребенка доволен больше, чем когда себе шапку покупал. Качество прям меня порадовало. Мягкое, классное. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Рекомендую к покупке такие вещи. Ну, всем пока. Увидимся.